пацаны, обзор не закрывайте чуть дальше куда-нибудь. Мне так будет не видно пол поля. Как раз закрытый был. Алло. Ну так, Наташа, мы уже 2 минуты как играем. А, ну все, ладно, давай. Малый в 2003 поехал в Запорожье. Ну, мотор, Запорожье там. А за 4-й за 3-й вот играл. Вообще ничего не видит. Офигеть, тормоза. Поведение есть, беги, мне надо передачу кому-то человеку, который, блин, перекрывает. Пробежка была. Это вообще 2 минуты. Он с собой мяч потащил. Рух!
Да быстрее мяч, ё-моё, сколько можно тормозить, бля? Взял, открылся, это, блин, мяч барабанит. Вот дай сразу в руки мяч. Он стоит привязанный. Мне еще полшага сместиться туда, тогда бы он его достал. Блин, Максим! Метра покажи. Зачем? Саня, Саня, зачем ты на 6 метров лезешь? С 9 кинь. Чем лезть на 6 метров, если можно с 9 кинуть? Вчера тоже давала без рая. Первый тайм, пол первого тайма без налива. А то в Вине уже уходит. 7 метров. Приземление. Ха-ха-ха, 7 метров! Что там за... Да, тебе так дадут. Вы ж смотрите на судью! Что, что сказал? Смотри за игрой, блин, куда ты бегаешь? Ванька в отрыве, Саша, Ванька в отрыве был, ну шо вы...
Це що то теж чекає? Забить. Два голова. Подойди, скажи им. А еще один. Куда ты торопишься? Куда ты лезешь на 9 метров? На 6. Подойди. Блядь. Ну блин, пришел туда, залез прям в руки к ней. Зачем? Еще один, бля. Я в шоке. Что они вчера делали, бля? Еле-еле кидаю, еле-еле. Ты ему повезло, что вратарь просто сместился. Кто? Ну что, нормально стоит? Все равно глубоко залез. Погонять всегда сложно. Он залазит слишком глубоко. Стоит рядом, нет, чтобы прикрыть, блин. Пробежка. 4 шага делает. Как он переворачивается в том вас? Вы знаете, за режим? В чем там будет? Mm-hmm.
если ну я... правильно, а что делать? Ну да, или в угол, или в линию. Да, близко. Десять секунд! 11 секунд! 8! Тормоз.